Перше запитання логічне від наших глядачів: чи ви самі сказали, що були в Італії, чи були ви на карантині? Ні, не було на карантині, Нет, на час не було карантину. Де і зараз я вважаю, що не має бути карантин, тому що в Львові ні одного заболівшого, в Києві ні одного заболівшого. в Україні один заболівший встановлений, два сумнівом. І поэтому на сьогоднішній день міри, я вважаю, чрезмерные по карантину роздувається паніка, це скоріше інфовірус для України. Безпосередньо, то, що стосується вас, ви були в Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу в Європі. Чи ви мали свій особистий карантин? Не спілкувалися два тижні з колегами по роботі чи ні? У вас була така самосвідомість? Ні, не було. Я совершенно спокойно спокійно к этому вірусу. Я вважаю, що він вряд ли задіває особо людей. Италия была совершенно спокойна, люди перелетали, у всех измеряют температуру. Мне жена каждый день меряет температуру, охотится за мной с этим, с пистолетом. Вот. И температура нормальная, в общем-то, я считаю, что все нормально. Заболевших нет. И вообще надо людей сейчас успокаивать скорее, потому что панику развели не шуточно, а политики на этом серьезно пиарятся и начинают списывать деньги. Ну, те, що політики піаряться, це зрозуміло, тому що в магазинах вже немає продуктів. Ми бачили у Львові, зокрема на власні очі. Але є питання до вас дуже просте: чому ви не хочете спілкуватися українською? Це з чимось пов'язано? Я лідер лібертаріанської партії. В нашій 510, в нашій програмі економічні постулати, і ми опираємося на магдегурське право, право, яке було в Львові. Это права людей на самоопределение. Каждый город тогда определялся с экономическими, с имущественными вопросами, и то на каком языке говорить. Украина очень сложная страна. Есть русскоязычные регионы. Права их надо соблюдать. И я всегда подчеркиваю с точки зрения либертарианства, соблюдайте права, тогда не будут нарушены ваши права. К сожалению, сегодня в студии были нарушены мои права как русскоязычного человека, который разговаривает на родном своем языке. И, к сожалению, на сегодняшний день я не почувствовал студии толерантности, почувствовал воинственность, почувствовал враждебность. И это не красит Львов на сегодняшний но день. Но и вы мне тоже были. Ну, конечно, я сопротивляюсь. Я считаю, что это моя... Вот вы сказали, почему я говорю специально на русском языке. Я прекрасно понимаю украинский язык. Могу говорить не так хорошо, как во Львове говорят. У меня другой совершенно акцент. Вот. Но давайте это моя позиция политическая. Уточнимо. відстоювати права родного языка в своїй країні і говорити людям, мати право на своєму родному языке, на якому говорила со мною отец. Я розумію, що це ваше особисте право, але тим не менше, ми в публічному просторі вас просили перейти на українську мову, яку ви розумієте, і в принципі, за вашими словами, можете нею розмовляти. Але ви не хотіли для чого? Щоб провокувати гостей в студії, бо мали ж говорити зовсім про інше. щоб люди ще точнее поняли, что такое право человека. Право распоряжаться имуществом, право говорить на родном языке, право получать образование на родном языке, право смотреть телевизор, право смотреть кино на родном языке. Это очень важное человеческое право, и оно выше хотелок людей. Да, есть украиноязычные люди, которые хотят, чтобы все говорили на украинском языке, но есть такие же украинские граждане, говорящие на русском, которые хотят, чтобы все говорили на русском языке. Поэтому надо соблюдать права и тех и других. Я из Киева, очень толерантный город, и там никто никому не указывает, на каком языке говорить. Я выступаю на каналах, даже те, которые говорят исключительно на украинском языке, мне позволяется говорить на русском языке, потому что моя политическая позиция как либертарианской партии 5-10. Але за такую позицию так закликали агрессора на схит, захистити російськомовних. Знаете, можно так вылить с водой ребенка. Так можно избавиться от половины граждан Украины. И на сегодняшний день конфликт на Донбассе, под который провоцирует Россия и вооружает, как раз и опирается на это. Те же самые были проблемы в Крыму. Кстати, в которые я один из первых поехал и был похищен тем же самым Безлером. То есть я один из первых, который защищал эту страну, Украину. Я считаю себя гражданином Украины. И считаю, что мои права должны быть защищены так же, как и ваши. Вам в особистому просторі ніхто не забороняє і нікому з громадян України спілкуватися той мовою, яку він вважає рідною і якою хоче. Але тим не менше, коли ми вас запрошували на ефір. Я наскільки знаю, була домовлені, що ви будете спілкуватися державною мовою. Ви слышали сьогоднішній ефір? Сьогодні пригласили гостя, який приїхав за 550 кілометрів. который начал говорить. Мало того, что ему почти не дали говорить, а я проехал 550 километров. Более того, я достаточно состоятельный человек, экономист, и мне было что сказать. И по коронавирусу, и по экономике Украины. Но мне не дали говорить в связи с тем, что я говорю на русском языке. И я считаю, что Львов так себя никогда не вел. Это очень толерантный город. И я общаюсь на улице, захожу в магазины, со мной говорят многие на русском языке, а многие на украинском. И мы вообще на это не обращаем внимания. Но в студии это было остро поставлен вопрос, потому что что большинство накинулось на меньшинство, пользуясь своей силой, пользуясь того, что они могут выключить микрофон. И это, я считаю, нарушение прав человека, моих прав. И когда с Вашингтона Гангадзе подключилась, она сделала то же самое, хотя находится в самой толерантной к языкам стране. Там есть и немецкий, и французский, и испанский, кстати, которым пользуются в судах в обязательном переводе, и в полиции. Сказали, что вам вымыкали под час эфира микрофон. Такого не было. Як мені, це вам мені Замикали мікрофон? Вони сказали, ми з вами говорити не будемо. Вони відказалися зі мною говорити. І це я вважаю, порушує мої права. Я їхав але по вашому приглашенню, але вони теж мають километр. право відмовитися, розмовляти з вами, якщо ви говорите російською. І тут не було діалогу і конструктиву, як такого. Тому Почему? що я говорив по темі. Я делал замечания по теме. Русский язык здесь не имел ніякого значення. Но тем не менее, ведущая повела так як вона повела. Но это, Боже мой, Бог їй в карму. Відповідно до закону про України про зміну. Тобто, це логічно. Ви не хотіли говорити російською і э, гості Слушайте, та глядачі. Я, не не чиновник, щоб говорити я говорю тим язиком, яким я хочу. Це моє право. И право моих детей говорить на том языке, на котором они хотят. Когда я буду поступать на государственную должность, я буду говорить на украинском. А на сегодняшний день я был в телевидении, в котором есть 10% квоты на российскую мову. И поэтому я этим пользуюсь. Это по закону. И вообще я против квот, которые устанавливают по всей стране и заставляют людей говорить на украинском языке. Это делает только хуже нашу страну и делает нас нетолерантными и нецивилизованными. Это не европейские принципы. Венецианская комиссия, кстати, об этом написала, что Украина на сегодняшний день поступает не как европейская держава, а как отсталая держава, которая пытается скувать половину своих граждан.